все спокойно. Флэш работает. У меня урона, как это ни парадоксально, но с большой... Но с большой скоростью я наношу меньше урона, чем с маленьким. Сейчас улетит. Среди ублюдков был артист в кожаном плаще, мертвый анархист. Крикнул он: «Хой! Зомби долой!» Так, главное сейчас не нервничать и не бежать. Нет, бежать. Я, кстати, забыл взять хилку. Ладно, если зомби схватит, я кину в него ножом. Блять. Серьезно. Серьезно. Да, серьезно. Надо было сохраниться. Бонжур! Сегодня проходим с Леона на скорости 30%, 300%, нож с ножом. Исключительно с ножом будем играть, посмотрим, получится ли пройти. Успел. Так, его немножко колбасит, я не знаю. Погнали до полицейского участка, все нормально, управление отличное, ребята, полет хороший. Так, до свидания. Вот это я ускорился. Так, будем аптеки набирать. Здесь мы в сортире аптечку возьмем. Босса попытаемся завалить с ножа, естественно. Не знаю, как это получится. Наверное, буду сохраняться. До свидания. Так, у нас есть ножик, первый ножик. Пилку я специально взял на случай, если меня будут бить. Будут резать, будут бить, все равно тебе галить. Так, потому что с ножом это будет, наверное, крайне сложно пройти. Опа, опа, опа. Интересно, а можно как-нибудь обойти вот это вот? Ладно, извиняюсь, придется сворачиваться и выключать скорость, потому что другого способа я не знаю. Я хотел найти горячую клавишу здесь, но не нашел, чтобы можно было, не переключаясь, уменьшать скорость, а затем возвращать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, слушайте, ну забавно это довольно. Так, наша задача сейчас... Так, я могу его обойти?
Да, могу. Наша задача — синий ключ взять. Ой, у меня там это... дрожит контроллер. Так, сейчас посмотрим. Рыба... скорб... вода. Так, это второй ножик. Здесь я помню лев. Ветка птицы. Так, давайте вниз спустимся, чтобы заюзать ключик волшебный. И выкинуть его нафиг. Так. Нам туда не надо. Опа! Дверь не открылась. Марвин, надо медальончики надо было завязать. Марвин! Надеюсь, места хватит на все про все. Ладно, я сейчас сгоняю их, связаю. Так, где у нас полицейские? Полицейские. Давай, бери, бери, бери. Полицейские далеко. Так, здесь зомби куда-то исчезли. Да ладно, я все равно ничего брать не буду. Так, до свидания. Ну, обойти их можно. Хорошо. Так-с. Детонатор берем. Я не знаю, флешку. Ладно, без флешек. Чисто, чисто на ножах. Так, ты до свидания. Обойдем их здесь. А вот интересно, как с лизуном будет. Так, детонатор. И хилка. У нас все, есть два ножа. Три хилки. А, ну я могу тихо идти просто. Типа это же тоже. Бесшумный ход. Так, тетя, отвали. Теперь сюда идем. Устанавливаем детонатор. Заходим наружу, заходим внутрь. Да, он меня не догонит. Я сейчас как рвану. Дева, стрела, змея. До свидания. Все, у меня все есть. Так, возвращаемся вниз. Применяем все медальоны. Я не буду на ранг S+ проходить, чтобы там рекорд не засчитался, да?
Поэтому я сохраню здесь сразу. Сейчас мы раскатаем его за 2 секунды. Смотрите, сейчас нож просто будет убийца. Не Леона, убийца будет. А я не... Что-то не, он не убивает, нифига. Это нифига не убивает. Так, урона мало наносит. Так, ну я на это не рассчитывал. Я надеялся, что он умрет вообще с парочки ударов. Если честно. Ну тогда что, будем это... много хилок набирать. Чтобы с ножом пройти. Потому что здесь какое-то ограничение стоит по урону. Как я понял. То есть бьет он быстро, а удары не засчитываются. Ну ладно. Наверное, это самая сложная часть. Это боссы, остальное все фигня. Хотя я не знаю, как я буду валить чувака. Как я в дальнейшем их убью, я не знаю. Это какая-то блокировка ударов стоит. Ой, не знаю, не знаю. Эй, ты куда? I'm not done talking to you. Ладно, она все равно исчезает. 3 хилки потратил на боссе. Что-то это перебор какой-то. Так. Я не знаю, я, наверное, огнемет возьму. Не получится. Не получится, мне кажется, пройти исключительно с ножом. Я возьму огнемет на всякий случай. Я как бы... Где можно пройти только с ножом, там я пройду. Где нельзя, там нельзя. Но я попытаюсь. Так, с этих ребят мы сейчас обойдем. До свидания. До свидос. Слишком поздно. Привет, пока. Смешно. Так, здесь у нас... Здесь у нас парниша будет сейчас.
забыл взять предохранитель. Так, это мы пока уберем. Блин, а я прорвался через них ведь. Отлично. Так, они идут. Нормально. Прошел. Возьмем все. То, что зелено. Ой, объединил. Не хотел объединять. Ну да ладно. А. Так, собираем эту фигню. Траву. Да, у нас здесь еще сейчас будет трава. Ну ладно, в принципе, не зря взял, не зря объединил. У нас зеленой травы и так дофига. Ну, допустим, усилом мы восстановились. Две хилки будем с собой носить. Так, ну места хватает. Валяется этот, не знаю где. Так, это у нас объединение. Еще одну траву объединяем. Son of a bitch. Jesus Christ. Так, я его смогу обойти? Смогу, до свидания. Все исчезли. Кто-то в лес, кто-то по дрова. Так, еще одну травку возьмем. Успею ли я выйти отсюда до того, как тут все... Да, успел. Так, а я, наверное, не пройду сквозь. А нет, смотрите, прошел. Ух. Я успею подвинуть это все дерьмо. Ладно, будем двигать, пока не ударят. Кого нет, отлично. А, ну и все, слушайте, мы из полицейского участка свалили. Почти. Так, забираем эту ерунду, двигаемся наверх. Не забыть, главное, электро... деталь, электродрель. Потому что я-то могу забыть. Hope I don't have to write a report on this. Отлично. Травку... Травку заберем. Так, сейчас здесь толпа. Прощайте. А, все, спрыгиваем вниз. Ну, слушайте, мне должно хватить травы на всех боссов. Там еще внизу. Я все взял, я все взял. Внизу еще будет. До свидания. Хилка в сортире лежать.
Все, в полицейский участок мы уже не возвращаемся. Так, на свидос. Давай, попробуй, догони меня. Попробуем прорваться через толпу зомби. Я немножко не понимаю. Как нож действует? Почему он много урона не наносит? Вот это для меня, кстати, стало откровением. Я думал, сейчас быстренько я их убью. И все. А нет. Типа, ножом быстро не убьешь. Сейчас попробуем пробежать через всю толпу. Получилось. Так, сейчас она, Ада, зависает, поэтому надо рядом с ней идти. Здесь далеко не убежишь, к сожалению. Придется идти ее слушать. Иначе там потом через стенку проходить. Так, давайте стоим, ждем. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Не, нож кровавый. Кровавый. What a mess. Такс. Давай, открывай. Да, слышал, слышал, все. Самую долгую часть мы пробежим за одну минуту. Мне нужен пистолет, чтобы выстрелить в эту трубу. Кстати, а что будет, если у меня не будет пистолета? Давайте проверим. Возьмем сейчас, сохранимся здесь. Так, сохраняемся. Наверное, нужно гранату будет кинуть. Я знаю, ничего не будет. Там граната специально лежит, чтобы ее кинуть. На случай, если нету пистолета. Давайте посмотрим. Но он бы меня сожрал, если бы я не кинул гранату. Я так понимаю, она для этого здесь и лежит, на случай, если у человека не будет пистолета, а будет только нож. Кстати, для меня довольно удивительно, что я быстро бью, а урон не наносится. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point.
ну чё, поехали. Так, ну заодно тоже все быстро получится. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Так. You can run, Annette. But secret weapon time. Так, к сожалению, у нас время взаимодействия с объектами долгое. Мы только передвигаемся быстро. Like a candy from a baby. Она, кстати, спрыгивает нормально, в отличие от Леона. А, да, он еще не встал. Так, до свидания. Из толстого что-то нету. Куда-то ушел. А, он там круги наяривает. Привет. К сожалению, там стена невидимая стоит. Мы не сможем ее за Аннет проследовать. Так, камера за нами не успевает. И двери открываются медленно. Попались. Нужно держать. Я только сейчас подумал, может быть, не держать левую кнопку, она сама. Ну нет, держать надо. Можно нажимать ее. Так, как я болотников буду проходить, не знаю. Ну легко, если они меня ранят, то у меня противоядие есть просто. Так, слушайте, а он нормально спрыгнул. А, он залазит плохо. Эх, вырубаем. Бежали, побежали. Бежали, побежали. Еще один нож берем. Так. Ну да, мы успеем здесь прибежать. Да, успеть-то успеем, только залезть не успеем. Ладно, ускоряемся снова. Приходится сворачиваться, чтобы настройки поменять. Второй раз говорю. К сожалению, болотную вечеринку придется так обходить.
с постоянными переключениями программу. Так, это мы уберем. Ну, ножи мне тут не нужны. Ладно, думаю, в остальном хватит. Здесь тоже надо все собрать ингредиенты для травы. Так, сейчас как будем обходить вот этих ребят? Наверное, быстро. Быстро и уверенно. Прыгнуть не могу. Так, если ему понадобится. Ладно, не успел их убить. Я, наверное, по другому пути пойду назад. Не пойду здесь. Здесь зомби его. Упали. Так, увеличиваем скорость. Побегу. Не успел. Так, слезть он не может. Ух, побегу здесь. Зомби не успели встать. Я вот не знаю, может быть, есть горячая клавиша на включение и отключение ускоренного передвижения, чтобы вот так вот не дрочиться. Так, они умеют заползать. А погодите, с этой стороны открывается, интересно. Дверь, просто я ее не открыл. Непривычно так бежать, когда уже на скоростях научился бегать. Так, я извиняюсь. Но нужно, это нужно. Это нам необходимо. Я огнемет на всякий случай возьму. Потому что... мало ли я не смогу убить с ножа босса. Тогда будет как-то, ну, тупо игру заканчивать, правильно? Не зря я выкинул. А, нет, он сломал ноги. Ха-ха. Не зря выкинул. Я думал, сейчас он встанет, попытается меня укусить, я бы тогда нож на него потратил. Но нет, он уже никуда не встанет. Никогда. Так, за одну броню использовал. Если меня сейчас траванут, то ничего страшного. Так, переключаем скорость. Нет, я пробегу на большой скорости это. Так, здесь можно сбавить обороты.
До свидания. Сейчас опять пролазим. Спрыгиваем и все. Последний раз я поднималась, поднимаюсь с колен. Больше никуда спрыгивать не надо. Да, здесь с этой стороны есть тоже ручка. Отлично. Ладно. Некуда. Власть. Сохранимся здесь тоже. Так. Здесь у нас. Здесь у нас не то, не то, не то, не все. Погодите. Перс. Король. Конь. Лошадь, ладья. Лошадь, ладья. Слон. Тут мы еще одну хилку подберем. Так, вот эту фигню мы убираем. Ножи возьмем. Так, и нам нужно еще лента чернильная. Ладно, поехали, соберем здесь. Знаете, как я его убью? Я его убью. С ножа я его не смогу убить. Я его убью с помощью контейнера. Так, давайте, знаете что, попробуем уменьшить скорость ударов до... до 150, ну давайте 180% скорости. Сделаем и посмотрим, получится ли нанести удар. Потому что Леон при большой скорости мимо плет. Так, ну руке мы ничего не сделаем. Да, у нас защищена святой аурой. Ждем, когда он вылезет. А вон там количество жизней написано. Только это не Немесис, это другой чувак. Я программу запустил. Это отображение жизни. Это мои ХП там правильно указано. То, что это Немесис, написано правильно. Ну и сложность тоже правильно. Так, слушайте, ну что-то... Вроде нормально урон идет. Нет, я не могу попасть туда. Как будто какая-то... Ну, я мало наношу ему урона, это вообще ерунда собачья. Так вообще не наношу. Ну ладно, помучаю с этим ножом. Но я думаю, что третью форму Немесиса я валить не буду. С ножа, я имею в виду. Будет скучно, у него там жизни много. Это долго. Я-то и этого буду долго валить, если буду по-честному рубать. Если бы здесь
Если бы здесь контейнера не было, я бы его долго месил. Одну десятую отнимает у него вся эта фигня. Так, давайте его сюда замочим. Живет. Отнял ему до 40%, отпустил ему жизнь. Ну вы прикиньте, его это с ножа убивать. Одну десятку. Мне нужно 1000 ударов ему нанести. Так, я надеюсь, он меня не скинет. Свидание, полетел. Ладно, с этого я убил, потому что ему мало нужно урона ножом вносить, то есть контейнер больше половины отнял. А вот третью форму Немесиса я не завалю, потому что слишком долго это все будет. И, наверное, слишком сложно. Ну, я не знаю, насколько это будет сложно, но факт в том, что это будет очень долго. Это будет скучно, это будет неинтересно. Как мне, так и смотреть, как его с ножа чикают в течение, не знаю, 20 минут. Потому что 1000 ударов нанести, ну, это минимум 20 минут надо потратить. Поэтому я не хочу. Так, давайте нож и одну хилку уберем. Остальные ножи оставим. То есть я только Немесиса с огнемета завалю. Немесис. Третью форму Биркина. В остальном буду... В остальном с ножом пройду. Чтобы повеселее было. Так, взяли баллон. Теперь нам нужно взять улучшение для браслета и улучшение. Отлично, смог обойти его. Да, молодец, смог обойти. Все, все правильно. Я забыл, что... Думал, модулятор не взял. Пошел уже назад за модулятором, потом вспомнил, что нет. Модулятора там нет. Так, давайте здесь сохранимся и потом перед финальным боссом. Так, я надеюсь, места мне хватит. Пока уберем это все ерунду. Теперь точно хватит. Главное хилку носить. Килы, ножи, чтобы отбиваться от этих ублюдков. 2067. Что-то Леон, по-моему, медленно ходит, или мне уже. Я уже привык к этой скорости, что мне кажется, что все остальное это слишком медленно. Так, код РГБ. R3.
Red. Green. Blue. Red. Green. Сейчас главное растение обойти. Грамотно. До свидания. Увидимся через 2 минуты. Так, зомби я не смогу убить, потому что Леон на большой скорости ножом промахивается. Я уже пробовал, ребята. Не получается, это я вам отвечаю. Так, давайте медленно идем. Изучить. Так, я смогу сейчас рвануть? Давай открывайся. Отлично, успел. Ну что ж, теперь все, возвращаемся назад, мимо растений, как-то проскакиваем. Сейчас зомби сначала надо обойти. Бежим, бежим, бежим. Не догнали. Хорошо получилось. Так, здесь растение. Там растение, сейчас его пришибет к полу. Я успею пробежать. Dispensing solution now. Ладно, пока они там это валяются, сейчас мы проскочим. Там даже этот. Даже тиран не успел выскочить. Все. Так, финального объем с помощью огнемета. Так, это химический огнемет. Это мы уберем. Смесь трав. Сейчас надо сохраниться. Кстати, насколько быстро я буду из огня фигарить? Я не уверен, что ему этот урон нанесется сейчас. Сейчас проверим. Да, вроде наносится. На огонь это не распространяется. Нет, да, не знаю даже. Трудно мне сказать. Распространяется, на огонь не распространяется. Так он мне это загородил путь огнем. Нет. Скобочков нет. Ну я не знаю, как я бы его ножом валил, если честно. Понятия не имею.
Это бы заняло 2 часа, наверное. Учитывая то, как долго его с огнеметом убивать. По-моему, не весь урон засчитывается, потому что... Потому что мне огнемета не хватает, чтобы его завалить. Обычно, короче, 400 единиц огнемета, там даже, ну, 500 хватит, чтобы его убить. Сейчас я потратил 800 почти, ну 700 точно. 700 литров газового баллона. 700 единиц. Ну, то есть, я слишком быстро стреляю из огнемета, игра это не успевает фиксировать, и получается, что... Патроны тратятся. Вот так. Ну, интересно, интересно, конечно, пару раз пробежаться с ножом, посмотреть вообще на эту скорость гиперзвуковую. На самом деле не сложнее, чем с этим, с гранатометом. То есть хоть с ножом. Единственное, боссы слишком мощные. Почему-то урон не фиксируется, который наносишь. Так, ну мимо этих мы пробежим. Ой-ой-ой. Уперся в стену. Так, ну от тирана мы побегаем. Его тоже ножом не побьешь. Нож сломался. Как потом играть игру без ускорения, потому что... Привыкаешь же к этому. Так вот носиться. Игра кажется, что она вообще какая-то медленная после таких пробежек. Господи. Я думал, мне на голову. Я думал. Куда дядя? Давай камень ломай. Если можно камни стоять. Камня могу ушить. Сволочь. Кстати, а как от того разбега уворачиваться? Я, кстати, не подумал. Бежал. Я думал, меня сейчас на рог насадит. Так, ну ракету придется использовать. Мне нравится, как это заканчивается вообще. Красиво. Сейчас я их раскатаюсь. Ну.
У них по 10 жизней. Ну все, закончил. Так, если было весело, ставьте пальцы вверх. Буду продолжать всякую дичь снимать. Если не понравилось, пальцы вниз. Увидимся, пока-пока.